Здравствуйте. Спешу, как обычно. Соседи показать, что творится на речке. На речке никого, здесь пару человек. Но раньше не снимал, потому что погода была такая вообще непонятно. Был и дождь, и снег был тут. И ветер такой сильный. Теперь ветер немножко вроде утих. И по прогнозу обещают, что утихнет еще. Вот, но на речке все равно только два человека появилось. Что там ловят, не видно, чтобы таскали. Но, как обещают, с понедельника будет теплая погода, хорошая. Вот там вообще уже, да, Бестонское радио сказало даже, что до 12 тепла будет. Не знаю, как-то верить, конечно, но до 12. Вот. И будет погода. Но я думаю, что и завтра будет народу побольше, значит, будет видно, будут ловить или нет что-нибудь. Так что, до встречи. Ждите новостей. Если будет народу много вечером, то я сниму. Потому что вечером тоже обещают погода успокоиться. Все, до встречи, чё, пока.